Всем привет, дорогие друзья, с вами Мэтт Скрим. Сегодня короткие новости, но очень важные, поэтому советую досмотреть до конца. Итак, самое первое, что нас ожидает в сентябре, это новый монстр. Разработчики в Твиттере опубликовали вот такую вот картиночку. Это эскизы нового монстра, он будет выглядеть, насколько вы видите. И маленькая версия это Симба и перерастать уже во льва. В общем, лев какой-то нас ожидает в виде нового монстра. Далее герои, которые обретут Void науку, это обычная Джахра, Аберон, Мишелька из Света, Валентин из Бастиона, Король Бартон из Бездны и Амувор из Тьмы. На самом деле Король Бартон очень интересный герой и, возможно, с Void импримтом, в общем, Void наукой, он даже заиграет в командах, в PvP, потому что он дает довольно-таки неплохие бафы и очень хорошо контролит. Но как это будет на деле, мы, конечно же, заценим уже скоро. Также в сентябре нас ожидает событие середины осени, и появилась информация о том, что нам нужно подготовить. Итак, самое первое — это арбы. Друзья, копите арбы, не тратьте их, потому что на этом событии они пригодятся, видимо, будут какие-то дополнительные награды. И также пятизвездочные герои. То есть сохраняйте осколки, если это возможно. Конечно, месячные события стоит выполнять всегда, но помимо месячных событий старайтесь их не тратить, если вы в себе не уверены, и вы не уверены, сможете ли вы накопить быстро в течение события вот этого пятизвездочных героев. Оставляйте осколки, оставляйте героев на крафт, и уже на этом событии расчехляйте как арбы, так и пятизвездочных героев для того, чтобы выполнить это событие на максимум. И самое главное, завтра, то есть в среду, нас ожидает обновление острова. Поэтому планируется очень много контента. Будем проходить новый Сиаленд, смотреть, что нас ожидает в острове. Прокачка. Я думаю, что гайд запилю максимально быстро, насколько это будет возможно. В общем, следите за новыми видео, подписывайтесь. И самое главное, спасибо всем огромное, кто добавил Весобот. Кто этого еще не сделал, по ссылкам в описании вы можете это сделать для Телеграма и ВКонтакте. Уже почти 1500 пользователей. Всем огромное спасибо еще раз. И пишите, что вы думаете об этих событиях в комментариях. И подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Увидимся в следующем видео. Постой, путешественник. Это я, королева фей Веса. Если тебе нужно быстро разобраться в игре, купить или продать аккаунт, найти лучшую гильдию в игре, ну или приобрести самый дешевый донат, я к твоим услугам. Ты можешь найти меня ВКонтакте или Телеграм по ссылке в описании. Я буду ждать.